Давид, привет. Привет. Как ты относишься к розовому цвету? Неплохо. Неплохо? Расскажи за эти три с хвостом месяца, какие у тебя были предположения по цвету по тачке? Цвету по тачке? Ну, если честно, да, я смотрел варианты два цвета, если даже так это было. Но даже два цвета, блин, был вишневый цвет, прикольный. Может быть, синий, я, если честно, не знаю. Мы не скрываем тот факт, что мы немножко, ну да не немножко, мы на месяц задержали тачку. Скажи, с какого времени ты начал переживать сильно? С какого месяца и числа ты начал переживать сильно? Да вот уже где-то после двух месяцев уже, да. Короче, март у тебя был на иголках уже. Вот, да. Было волнение. Ну, короче, ты потом посмотришь бэкстейдж, поймешь, почему, что, к чему, как это так получилось. Да. Скажи, много там в семье было обсуждений, рассуждений, что с тачкой сделают? Ну да, было. Расскажи с подколками, которые тебе там родители, друзья, знакомые кидали. Я только что на пикап. Не, ну блин, извини, розовый пикап это вообще, это мой фэшн. Ну да, предположения были разные. В основном такие, что кардинальное изменение вроде бы было, а вроде бы нет. Да. Скажи, много скептиков вокруг тебя крутилось о том, что типа... Много. Много? Много было, когда твою машину уже по запчастям распродали, всякое такое. Блин, откуда они узнали? Ну, не знаю, возможно так. Я просто тянул время, чтобы все распродать, чтобы вообще никаких улик не было. Да, я понял. Было много людей таких. Да. Спрашивают, когда встречаешься с первого вопроса, где машина, скоро ли она... Чувак, я тебя понимаю, потому что мне тоже много... Ну, блин, тебе было сложнее, чем мне, потому что мне просто писали, тебе там лично, когда спрашивали, конечно, геморройчик, как ни крути. Ну ничего, мы справились. Ты буквально через минут 15 пойдешь, заберешь ее. Надеюсь. Надеюсь? Да. Не, ну вообще, на самом деле, это просто розыгрыш, и машина еще не готова. Мы просто решили тебе постричь и спросить, как дела. Расскажи мне, пожалуйста... Как ты будешь дальше эксплуатировать тачку? То есть вообще, в принципе, в каком ты режиме вот хочешь ее эксплуатировать и как долго она у тебя еще пробудет? Нет, конечно, себе оставлю. То есть ближайший год-два будешь продавать? Нет. Нет, будешь гонять? Да, буду сам Но я тебе скажу, что тебе на ней, как минимум, надо проехать 1040, чтобы хотя бы оправдать то, что с ней сделали. Ну, потому что, как бы, ну, потому что ее сейчас продавать нерационально. Ты не продашь за супер выгодно, а ты просто на ней лучше проездишь. Да. Расскажи самую ржачную историю за эти три месяца, пока у тебя не было машины. Ну, связанную с бусом. Жесткий подкол, жесткую шутку, что-нибудь. А как там тебя? Жесткую шутку? Да я даже не знаю. В основном не было ничего такого жесткого. Да? Да. Буквально через пару минут Давид увидит свою тачку. Скажи, пожалуйста, мы когда вот вопросник делали, типа, старые коврики тебе нужны или не нужны, ты рассчитываешь что-нибудь старое от своей машины получить? Еще раз. Смотри, мы когда делали опросник,
Там был вопрос, типа, нужны ли тебе старые коврики твои резиновые? Ну, да. Ты говорил, что, типа, нет, не нужны. Ты сейчас что-нибудь планируешь старое со своей машины получить, какие-то запчасти? Да нет. Нет, да. Еще скажи, есть вот то, что бы ты не хотел, чтобы ты с твоей машиной сделали? Да нет, Владимир, ничего такого нет. Да. Ладно, не будем тебя больше мучить вопросами. Пошли садиться в такси и поехали за тачкой. Офигеть! Нормально с цветом? Офигенно! Короче, смотри, мы почему были такой цвет? Мы понимали, что с цветом заморачиваться тяжело, что все проемы это выкрашивать. Мы ставили базу синюю непосредственно, а остальное сыграли цветами. Офигеть просто! Это телефон. Это папа или мама? Мама! Что скажешь по салону? Салон бомба. Короче, смотри, весь салон перешили, здесь дверные карты сделали, обшили здесь кожей. Передняя часть мы не трогали здесь, она осталась по целому одинаковой. Рукоятку здесь поменяли, разгребанную. Ну, да. Все передние двери лежат с шумоизоляцией, там стоит музыка, здесь стоят пищалки новые, новые решеточки стоят. И музыка, кстати, играет реально сейчас, ну, знатненько. По-технически, если честно, я уже забыл, когда, сколько, что мы там делали. Я знаю, что я на запчасти потратил $1000. Я только понял. На запчасти. Чуть, вру, чуть меньше, где-то 2500 белорусских, чуть-чуть меньше где-то потратил. И, разумеется, плюс работы и все остальное. Я тебе из старых запчастей немножко оставил. Я решил, что тебе, смотри, старая решетка может быть пригодится. Ну, я не видел решетку впереди. Ну, она, а, ты можешь в смысле, ну, да, я еще не видел. И, ну, диски твои, железяки оставил. Я понял, и здесь, смотри. Если я скажу так, вот немножко бэкстейжа, же, я твою машину чуть не спалил. Как? Просто потому, что она так меня задрала, честно. Этот гребаный ваг, блин. Я реально к Т5 отношусь хорошо, нормальные тачки. Но просто эмоционально я выморозился. Тут старые клипсы есть, болты старые твои под эти диски, потому что сейчас новые болты стоят там. И старый моторчик стеклоподъемника в нем тоже стоит. Упс, пошли с морды посмотришь тачку, как смотрится. Ну да, я еще не видел. Убрали значок, то есть теперь она вот такая ровненькая. Офигеть. Смотри, бампера мы решили не вышпаклевывать, потому что, ну, они технические бампера. Ну да, мы да, просто да, их да, покрыли да. Легким раптором непосредственно, чтобы можно было по кустам дубасить и, ну, ни о чем не париться. И не париться, да. Так что пошли, ты ведешь, она у вас не заводится уже. Да нет, просто. Диски после это, ну, после полимера, то есть они полностью восстановлены. Все тормоза в круг новые, колодки все в круг новые. Жопа мортёры точно новые, морду я не помню, меняли мы или меняли. Ну, в общем... Офигеть. Я тебе скажу больше, я сегодня с утра здесь стеклоподъемник еще разбирал, менял, потому что он вчера ночью козелина сломался. Ну да, звук тот же, все. Руль перешиты тоже? Да, я вижу. Да. И музыка, блин, сейчас послушаешь. Она не супер, там какая-то тупер топовая, а она, скажем так, лухари бюджетно подход. То есть здесь с жопы не стоит музыка, спереди просто сделали так, звук реально классный. Вентиляторами и серьезной системой. Блин, я не подготовился, надо было флешку вставить какую-нибудь. Ну да. Тебя нету? Да, блин, нет, я ОК с собой. А, нет, в рюкзаке есть ОК. И провод есть? Да. Давай включим, поставим. Давай. Стащи музыку какую-нибудь. Сейчас. Ну что, вроде настоящая реакция его, я не знаю. По-моему, он доволен, да? Да. Немножко стесняется, мальчик. Блин, как я, блин. Пацаны, ждите быстрее же, там меня бомбит вообще по помощи. Потому что я просто заколупался. Мы, кстати, левый порог тебе переварили. Я, кстати, замечал по историям это. Да, там левый порог переварен, крыло какое-то новое покупал, по-моему, тоже. Офигенно. Так, ты мне скажи, игра стоила свеч подождать? И стоила, то, что... конечно, стоила. Ты чего? Я реально, ну, я извиняюсь, то, что мы задержали, но, чувак, честно, для меня первый проект, я просто, я чуть, ну, простите, чуть не обосрался. Потому что и все косяки, это все на мои плечи ложилось, и я просто разгребал и разгребал, понимаешь, так что и... Все хорошо, слава богу, все закончилось. Я рад, что у тебя, ну, тебе понравилось. Да. Так, где музыка? Сейчас. Что такое?
покрути. Просто они подключили это максимально. Там реально все завешено шумоизоляцией. Кстати, шумоизоляция на дверных картах сзади тоже все сделано. Везде шумка по бокам. И, ну, она звучит максимально просто, ну, чисто и качественно теперь музыка. Так что катайся. Я скажу честно, рад больше, чем ты, наверное. Потому что я уже говорил, что следующий проект не раньше, чем через полгода. Потому что это просто капец. Ну, это был хороший вызов для меня, но я рад, что тебе понравилось. Офигенно. И, ну, мы реально просто по совести здесь разгребали все. И... Так что... А, единственный косяк, не успели руль ровно выставить. Он чуть-чуть... А, ну, понял, на 5 градусов стоит под углом, наверное. Просто я реально... Мы вчера его забирали уже, ну, с чистки полностью. И уже 8 часов вечера правый стеклоподъемник перестал работать. Я такой, да ну, жопа, вы что, издеваетесь просто? Я вчера уже чуть ли не электрика ночного себе нашел, чтобы его сделать. Потом открыли блок, там блок, короче, плесень пошла в блоке управления. И вот сегодня на рынок поехал, купил этот блок, вставил этот блок, все заработал. Думаю, все, зашибись, хуй. Слава тебе, Господи. Так что так. Скажешь нам что-нибудь? Да интересно, а техническая часть, как его двигатель? Завтра выйдет первая серия на YouTube, да, и там будет, да, непосредственно. Двигатели мы не лезли. То есть, ну, его смотрели, там вот это какой-то есть типа косяк с распредвалом, типа его вскрывали, мерили и сказали, что у него есть выработка, но эта выработка, ну, не требует типа, ну, лезть. Ну, потому что типа, ну, нету смысла определенно. Просто в любом случае ты эту запчасть новую не купишь, ты будешь искать бушку, а бушка будет точно такой же выработкой. То есть, так что говорит, типа износ есть, но он типа на 50 тысяч, ну, как минимум, его точно еще хватит, типа, и туда, и лезть надо. Хорошо. Там еще было разное, ну, в общем... А форсунки еще не делали? С ними все хорошо, все тестировали. Да? Снимали на диностенд, мерили, все нормально. Ну, так что, ну, вроде бы все. Не знаю, что еще рассказать. Ну, офигенно. Спор нет. Ты доволен? Ну, да. Ожидал лучше или худше? Да нет, я, типа, не знаю, как сказать. И то ожидал, и то ожидал, на самом деле. В марте я вообще ожидал много чего. Да? Да. Да. Ну, нормально. Ладно, я рад очень, что все хорошо. Не знаю, что тебе еще рассказать. А, документы у тебя, я же не брал, ключ у тебя. Да, да. Все. Ну, наверное, все, наверное. Вроде бы. Маме позвони, что машину не распилили. Хорошо. Да, мама волнуется там, наверное, больше всех. Так что так. Да нет, как-то она, можно сказать, в последнее время успокоилась, так уже сказали, жди, все хорошо. Да. Да. Она ознакомилась уже больше там с моим творчеством. Ну да, да. Прониклась немножко доверием. Да. Ну отлично. Это хорошо. Ну все, короче, ребята. Наверное, это видео закончится. Это был самый сложный проект, и я просто. ВАК хорошая машина. Не, честно, ВАК нормальная тачка. Просто местами мне она очень не нравится. Проем мы здесь снизу перекрашивали, сидим, то есть и в техпаспорте. Ну, может написать себе здесь. Я думаю, наверное, не нужно менять 30%. Ну, как повезет, как бы. Мы хотели еще перед затонировать, но пацаны говорят, блин, ну гемор пацану доставишь, типа не надо. А, подожди, я тебе на рамки напишу. На диски четкие. Все, да? Будет сейчас. Но он совсем уже по-другому смотрится. Не такой, как был. Машина есть. Маме позвони. Позвони? Да ладно, попозже позвоню уже ей. Да ладно, без номеров поедем. Сейчас же это, чтобы не фотографировали камеры, да? Ладно, я просто на фирменные рамки есть, ну, барбершоп мистер Вапл. Вот, так это четко. Ну, я тебе отдам, ты, блядь, уже повесишь спокойненько. Чтобы мы не колхозили. Все? Да. Так что в путь тебе дороженьку. Ты домой надо поедешь, да? Сейчас? Да, сейчас брата съедешь. А, единственное, блин, магнитолу надо вырубить, потому что
он стоял, аккумулятор мог разрядиться. То есть он заводится сейчас, но ему надо его... Ну, чтобы он поездил в машину немножко, чтобы зарядился. Она выключается, включается, вынимается, выключается, да? А я не знаю даже, если честно. Не, надо выключать. Ну, я понял. Ну, я знаю, я сделаю это. Через кнопку, чтобы... Да не, через кнопку, там поменять по проводу. Да? Ну, может быть, так есть. Короче, все. Я без... Ну, сорян, если что-то не так, но... Да ничего, нормально. Все четко. Я его спалил. Мне нравится. Не переборщили с цветами? Мне, да потому нет, что, четко. Потому что я многим спрашивал, типа там, что да как, и половина, знаешь, типа такие, о, классно, нравится, такие, блин, что это за, типа, веселье такое, ну. Ну, по-моему, ну, в городе ты у тебя в Минске катался, вот вчера перегонял, позавчера перегонял, то есть он обращает внимание, на него смотрит, как бы, то есть прикольно это смотрится. Блин, надо было подсветку еще не могу сделать. Ну да, было бы что. Синяя, кстати, на него было круто смотрелось бы, да. Ну уже, я уже, блин, хоть бы, блин, он просто закончить, потому что везде все выпадало. Поворотники эти тоже новые покупали. Я так я понял, в историях ты спрашивал для чего. Да, а ты сообразил, что это от твоего, да? Да. Кстати, он просто один был треснутый. Я не знаю, это мы треснули, он был треснутый. Короче, мы его выкинули, а второй лежит в багажнике. То есть я просто два новых купил, чтобы они одинаковые были. А второй лежит в багажнике. Адьос. Ну да. Путь. Маме привет передавай. Хорошо. Блин, как вспомню, так здорово то. Масло там поменено все, то есть мы обслужили, фига, то есть, ну сколько, на этом масле там 100 километров проехали, может быть, что. Ну я его тоже был поменял, да. Ну вот два раза поменяли. Так что вот так. Ладно, все, давай, Диос. Давай. Счастливо. Спасибо. Пацаны, полгода не трогайте меня с этим проектом, пожалуйста, просто не трогайте.